Участок от улицы Героев Труда до Российской ремонтируют по программе «Безопасные и качественные дороги». Оживленная магистраль, выезд за город. За несколько лет на этой дороге образовались ямы, стерся асфальт. В прошлом году завершили первый этап от улицы Российской до Иванова 53. Сейчас приступили ко второму. До границы города Новосибирска мы не доходим примерно метров 300. Связано это с тем, что у нас запланировано строительство дороги от Кутатыладзе через Арбузово и до границы города Новосибирска. Вот в настоящий момент мы разрабатываем проект, уже большая готовность этого проекта. Проект входит в Академгородок 2.0. Надеемся к концу где-то августа получить уже экспертизу этого проекта. Ну и будем решать вопрос по финансированию и, возможно, в следующем году уже приступим к реализации его. В ходе работы справят продольный, поперечный профиль покрытия. Уже отфрезеровали поверхность, выложили первый слой асфальтобетонной смеси. Стройконтроль и лаборатория заказчика уже проверили первый слой покрытия. В планах поднять дождеприемные колодцы и укрепить обочины. В целом, по Академгородку в этом году значительный прирост в объемах финансирование ремонтных работ дорожной сети в Академгородке. В Советском районе, ну и в Академгородке. Ну, почти 600 миллионов рублей на ремонт только дорожной сети. Здесь в разы увеличили количество финансирования и объемов ремонта тротуаров. Вот для Академгородка пешеходная зона – это крайне важно. Здесь и природа, и люди привыкли передвигаться пешком, поэтому тоже этому уделяем внимание. По плану проекта работы на этом участке планируют завершить к концу августа, но подрядчик обещает закончить их раньше срока, ко дню города.